Ребят, снова здравствуйте, и сегодня я вам расскажу про гармошки, а именно разницу между накладной системой для гармошек Rota Fold, например, и специальной системой гармошек, допустим, Alutech PF73. Эти все образцы есть в нашем шоуруме, я вам сейчас прям наглядно это все продемонстрирую. Начнем с эконом-варианта, скажем так. Это оконная система с накладной фурнитурой Rota Fold, которая как бы позволяет сделать гармошку. В качестве самой оконной системы может быть применена любая система. ПВХ, алюминиевая, там, Alutech, 62, 72, неважно. Вы как бы подбираете систему по теплотехнике, по своим там характеристикам, с пониманием, это жилой дом, не жилой дом и так далее. И основное, как бы, что вы должны понимать, что это просто берется окно, и на это окно в накладку прикручивается куча различных фурнитур. Вот ручка ставится, да, вот здесь петли. Петли, они накладные, то есть эта петля просто вот так прикручена саморезами, просто в накладку. Вот ее здесь видно, да, она такое имеет достаточно большое основание. Дальше мы имеем направляющую, сверху направляющая, которая также прикручена к профилю. Здесь вот механизм ролика также прикручен к профилю. Снизу мы видим направляющую, которая прикручена, она достаточно большая такая. То есть толстая, через нее переступать нужно. И вот такая тоже ролик, как бы все это в накладку прикручено. Соответственно, визуально это уступает Alutech, потому что вот эти все накладные элементы как бы смотрятся так себе. Ну, в принципе, если у вас как бы задача бюджетная что-то сделать, то это вполне рабочий вариант. И она, соответственно, складывается, вот так это работает. То есть она спокойно складывается в гармошку, никаких проблем. И далее я вам сейчас покажу конструкцию, которая именно Alutech BF73. Система Alutech для гармошек – это именно не оконная система с какой-то накладной фурнитурой, а это именно отдельная система, у которой отдельные профиля, отдельные комплектующие, отдельная фурнитура и так далее, которая разработана инженерами специально для реализации систем типа гармошка. Здесь мы видим петли. Петли очень маленькие, и они имеют скрытое крепление. То есть в том варианте у нас была накладная петля, здесь она тоненькая, и крепление петли, оно как бы там внутри профиля. Да? Здесь мы не видим ни вверху, ни внизу никаких направляющих. То есть у нас здесь не прикручивается никакой профиль. Направляющий, по которой двигаются створки, является сама нижняя рама. То есть у нас нижний порожек, этот рама, она и является направляющей. Еще преимущество, что этот порожек, его можно утопить в пол там, на определенное расстояние, и он будет только слегка над землей торчать, миллиметров на 20 примерно максимум. То есть эта система, она прям продуманная. Она может быть высотой до 3 метров. А та система Rota Fold, о которой я говорил, она может быть высотой максимум 2,5 метра. То есть здесь можно больше габаритов конструкции изготавливать. Вот, соответственно, вот так она работает. Очень легко складывается. Очень легко движение идет створок. То есть этой системой прям приятно пользоваться. Это такой классный, продуманный, технологичный продукт. Поэтому она и стоит дороже. У нее явные преимущества. И если вы выбираете себе гармошку, то смотрите по техническим характеристикам, по месту, где она устанавливается, и по своему кошельку, естественно. Ну, в общем-то, я вам и рассказал разницу. Поэтому, если у вас еще есть вопросы, ВКонтакте, ну, в описании будут мои контакты. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки этому видео. И до следующих выпусков.